Законы по евробляхам переданы на подпись Порошенко. Парубий подписал два законопроекта по новым правилам растаможки автомобилей на еврономерах и штрафах. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в четверг, 22 ноября, подписал законопроекты о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщается на сайте парламента. 22 ноября закон направлен на подпись президенту, указано на в сообщении. Как сообщалось, накануне евробляхеры решили разблокировать дороги после заявления главы МВД Арсена Авакова о намерении применить силу против протестующих. Позже организаторы протестов сообщили, что продолжат акцию после того, как законопроекты по евробляхам направят на подпись президенту. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.korrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.